Международный день архивов был учрежден Международным советом архивов при Генеральной ассамблее в ноябре 2007 года в Канаде. Дата была выбрана не случайно, потому что в 1948 году, именно в этот день, по решению ЮНЕСКО создан Международный совет архивов. На сегодняшний день в рядах сотрудников насчитывается 1500 человек из 190 стран. Коллектив местного отдела архивов проводит системную работу по возрождению и пропаганде исторического наследия. Особое внимание уделяется районным отделам, которые ведут хронологию. В целях обеспечения сохранности архивных документов Госархив города Атбасар переехал в новое здание с проведением текущего ремонта. Госархив Бурабайского района провел текущий ремонт нового здания и нового архивохранилища. В Госархиве Аршалынского района вот прямо сегодня вот ведется капитальный ремонт здания. И Жаксынский архив в 2021 году также планируется капитальный ремонт здания. На сегодня, к сожалению, практически 85% архивов, конечно, 100% загруженность. Вот это сразу наша проблема. Национальный архивный фонд ежегодно пополняется новыми документами, отражающими экономическое, социальное и культурное развитие области. За последние 5 лет на хранение поступило более 100 тысяч важных материалов. Кроме того, проводится работа по оцифровке областного государственного архива. Для этой деятельности в прошлом году были приобретены компьютеры, ноутбуки, концтовары, почтовые марки. На эти цели из областного бюджета выделено 6 миллионов 410 тысяч тенге. Напомним, с начала года в цифровой формат переведено 19 445 документов. Работа в этом направлении будет продолжена. Зарина Дюсикеева, Абзал Балтабаев, Павел Соловьев, Шохан Таукеев, Кокши Ахпарат.